Доброго времени суток. Сегодня я хочу вам рассказать, показать, как я закрываю петли иглой на пинеточках, вот в таком виде, и на ластовице. Это закрытие петель иглой в лицевой и в лицевых петлях и в лицевой вязке и в платочной вязке. Я навязала пинеточки, и сегодня хочу вам это показать. Раньше я даже сейчас покажу, как я это делала раньше. Раньше я делала просто соединяла спицей с одной спицы петлю и с другой спицы вот так вот петлю. И соединяла их вместе. А потом мне больше стало нравиться, как это все делать иглой. Поэтому я вам сегодня покажу. Вот. Я работаю сюда вот с такой иголкой, а на ньюборне я работаю на пропсе, я уже работаю другой тоненькой иголочкой, потому что там и пряжа даже тоньше вот этой. Итак, это я показываю так, как делаю я, так как мне нравится, мне удобно, мне комфортно. То, что я уверена и знаю, это ничего не соскакивает, не спрыгивает, не растягивается, не распускается, все остальное. Я сначала петли закрепляю. Так, да, здесь я все. Видите, у меня вот здесь связано бабушкиным способом. Поэтому мы эти петли перевернем обратно, потому что иначе у нас не будет очень некрасиво, и нам придется подстраиваться уже под эти петли, и это у нас растянет время. А чтобы нам не растягивать время, наше время это бесценно в вязании, поэтому сейчас я их перенесу обратно, потому что делаем мы, стараемся все на одинаковых спицах. Даже ластовицу мы делаем на одинаковых спицах. Почему? Чтобы не было стяжения, как сказать, чтобы оно не стягивало полотно, а оно было комфортно. Итак, смотрите, запускаю нить вот сюда. Это мы сейчас закрепляем. Вот. Теперь вставляю с передней стороны вот сюда. Снимаю и сюда. Я как делала вправо, прямо. Изворот. Видите, вот она петля. Вот сюда и также прямо, не слабите, старайтесь немножко подтягивать, чтобы оно было очень красиво. Вот. Опять вправо. Очень много видео на YouTube, не спорю, я это большей частью вам уже говорила, делаю даже для себя. Потому что если я долго не вяжу, я потом все забываю. Так я посмотрю свое видео, и все будет понятно мне. Так, сюда. Я все показываю то, что использую сама. Все мои хитрости, премудрости, я думаю. У каждого, к счастью, все свое, свои секреты у мастеров. Поэтому вот сюда. Вправо. Прямо. Выворачиваем и прямо.
Старайтесь не потерять петельки. Вот. И у нас, видите, уже получается вот такое соединение. Выворачиваем. И остались последние по две петельки. Мы их вот так вот также все воссоединяем. Также все воссоединяем. Вот. И их я просто, чтобы не было, как знаете, горочкой, либо каких-то непонятных моментов, мы их просто закрепили. Видите, ничего не потеряли. Вот так вот подрастянули. Вот. И ввожу в изнаночную сторону. Подцепляю. Делаю волшебную петлю. Закрепляю. И просто провожу по некоторым моментам, петелькам. Все, ниточку я отрезаю. Иголочка нам сейчас пригодится. Вот, все подрастянули, все затянули. И заодно покажу, как убирать петельки. Можно и вот. Это самый элементарный. И в эти и вот пошли вот так вот по петелькам их собирать. Либо без ниточки в иголку, если очень маленькая ниточка, сначала иголкой запускаете. Я вот просто очень плотно вяжу, и бывает не получается отхватить. Но как говорится, главное уцепить. И вставляю ниточку. Вот она здесь хорошо вставляется. Ничего не теряется. Да ёлы-палы. Вот. Подтягиваю хорошо. Почему я это делаю на лицевой стороне? Потому что я загибаю, если что, будут загибать малышу пинетку, и ничего не видно. А загибать будут точно. И вот, вот наша пинеточка. Вот. Всего хорошего!